Всем привет! Мы не собирались снимать, но так как Катя накрасилась... Нет, мне только что сделали комплимент! Да? Да! Что я всегда выгляжу на 20, боже! Это он тут имел в виду тут! Не там, не там, Катя! Не, и внешность, и все соответствует, все в порядке. Внешность, и все соответствует. Главное, что все соответствует. Не, ну это же, мне кажется, это хорошо. Ну, это вообще отлично, я тоже думаю, на 20 честно, лет, конечно. Честно, я считаю, это... не, это... плюсики. Да нет, сплошные. Вот, мы приехали сплошные. За Сигулду. Это место называется Ирикудзирнос. Здесь тропа природная какая-то, с красивыми местами. Сейчас они по выходным именно делают подсветку. Сейчас мы покажем вам здесь, как все красивенько, как здесь сначала начинается. Дай, покажи. Он сейчас все пропустит. Смотрите, как красиво смотрится, когда лес, снег, джип, домик. Дерево. Давай деревья посмотри, как посчитаем. Красиво смотрится, да, все, Катя? Лампочки. Катя, да? Что? Ну, ты почаще появляйся, раз накрасилась. Смотрите, кафе открыто. Здесь кафе открыто, может, с тобой, наверное, взять кафе. А почему? Подожди, а нельзя? А на улице нельзя посидеть? На улице можно сидеть, я думаю, смело можно. Будете покупать? Что, ну алкоголь? Я нагт. Тикая, все, отляу, целовая, кускай. Или пойдем. Сначала очень красиво, вот идем по такому мостику. Вообще здесь везде деревянные дорожки. Немножко обманули, подъем все-таки будет и спуск. Сказали, что будет все чисто, спокойно, тихо. Ну ладно, имеется в виду, наверное, что там. Да. Ну с коляской сюда не идти. Сказали, да, что все почищено. Смотри, как красиво, да? Катя, смотри, как красиво. Смотри, костер, можно пойти погреться. Алекс, зверей ты хотел. Руками не трогай. Подожди, он же не прыгает. Не хотите погреться? Нет. Он давно замерз, он давно замерз. Блин, так классно, костер смотрится. Что это самое красивое место этой зимой, где я был и что я видел на самом деле. Прям впечатляет. Да, в принципе. И, кстати, я поймался тоже на мысли, что вот иду. Да. И... Только тропинки очень маленькие, вдвоем не пройти. Не, это не проблема. И не с чем сравнить. Вот, то есть, хоть в голове какие-то мысли думаешь, ну с чем сравнить, где ты был там, в лесу или на какой-то горке. Ну, понятно, это совершенно другие. И получается такой микс, что, по сути, ничего такого подобного вообще и не видел. Такой прогулочной тропы. Кайф. Ну, еще с подсветочкой. Да, кстати, я думаю, что даже летом будет здесь прикольно, когда все зелено будет.
Да, ну это, я думаю, две разных атмосферы. Это, нет, просто, абсолютно. Да. Я потому что для Белоса летом очень... тоже кайф. Летом тоже стоит сюда съездить, посетить или весной. Как бы вообще тоже прикольно. Да. Только это вообще зелено-зелено. Еще очень прикольно, что оно в низине находится, то есть ветер здесь не колышет эти деревья, и поэтому остается вот этот снег. Долго вот, как вот на этих. Смотри, какое просто. Чудо. Сюр какой-то. Ну, это место, где свечки можно поставить и загадать желание можно. О, свечи есть? Свечи есть, сейчас пойдем. Пойдем загадывать. Любые свечи. Я предполагаю просто, на всяком случае, потому что я больше другой стенки не вижу никакой. На, держи. А у тебя есть? Да, мы подготовились. Я тоже подготовился и купил большие в машине. Были вещи, я думал на своей машине. Ты можешь вай поставить. Да? Точно все сбудется, Виталик, оставляешь и все, обязательно. Здесь прикол. На самом деле, да, очень хорошо продумано, что все идут по одному маршруту, то есть по кругу, едет, да. Ты ему не мешаешь, соответственно, возвращаешься на протяженность где-то тропы 1 километр. Я думаю, да. Ну, рассчитывайте, где-то полчаса 40 минут это вам займет. Вот сейчас погода идеальная гулять. Да. Вот. За лос решил меня встать? Угу. Перчатки не спали. Давай я тебя подожгу. Смотрите, сейчас Катя красиво села, сейчас она красиво упадет. Там высоко. Ну все, мы сейчас уже все посмотрели, идем на выход. Можем сейчас подойти к костру погреться. Те, кто замерз, у кого руки замерзли от долгой фотосессии, в окне. Вот. Давай покатанем. Кого мы катанем? Не надо, не надо. Катанем, да. Кстати, этой мельнице ей 300 лет. Это на улице празднуется? Да. А все будет закрыто? Нет. Да. 36-я линия нельзя открыта. Торговать на улице. Че, 36-я линия? Сейчас открыто езжу кушать все. Да? На улице есть? Да. Красавчик. Там вообще там прям там народу. Короче, они пошли по польскому пути, которые решили все открыть. Не, ну там один, две кафешки. Две кафешки. Кинза это работает. А, Кинза тоже работает? Да, тоже на улице? Там типа шашлычок, шашлычок на улице. Там не протолкнуться просто, абсолютно. Просили, возьми термос. Ну. Ну, я его не взяла. Кайф. Вообще кайф. Кайф. Просто. Это что-то какое-то там. Блин, я прям слов не отличить. Я прям потерялся. Ну серьезно, это так впечатляюще. Виталик рекомендует. Красиво. Да. Подписывайтесь, ставьте лайк. Просто знаешь, когда ты сидишь 5 месяцев дома, нигде не бываешь, и тут тебя вывозят, и ты такой вау. Скажи, прикольно, красиво. Очень, на самом деле, мы советуем. Атмосферно. Если вы это видите, у нас есть еще зима, езжайте сюда. Ой, ну ладно, у нас уже не выходит с таким запозданием, у нас уже вовремя все выходит. Не, реально очень атмосферно, музычка такая классная, прям до мурашек, круто. Стоит того, чтобы проехаться. Ну вот, мы вышли. Мы сейчас с Катей обсуждаем, что сейчас вот самое то было бы поехать в какую-то, ну, не ресторан, какую-нибудь там таверну, где шашлычка поесть какого-то, что такое. Да, мы были вот под одной, помнишь, вот это... Кто-то душу драйвит. Нет, под Сиглой мы были какой-то вот с прудом какой-то. Я не помню, мы снимали, не снимали, но мы были как-то. Нет, мы не снимали. Да, но она такая была очень такая. Ну, в общем, очень классное место. Все, мы уже идем обратно. Реально можно зависнуть долго, погулять. Прям круто. Все остались под впечатлением, всем понравилось. До полного счастья, конечно, не хватает. Сейчас я думаю, что это все больше тоже сказало, что все такие, знаешь, как голодные, когда еды нету. Не скажи, это очень красиво. И потом добираешься. Вот вспомни, когда был этот самый праздник города, когда подсветка была самый первый раз, когда была с красивой музыкой, это все. Она, кстати, качественно очень сделали, очень круто. Круто было. Я прям ходила, прям уж как... Вот. Тоже и все было открыто. Нет, это было реально красиво. Так что вот так вот сейчас мы идем к машине. Вот такой вот у нас короткий день. Да, но зато мы вас не запустим. Да. Все, всем счастливо.
Всем пишите пока. Комментарии. Делитесь видео. Все. А делитесь видео, Катя сказала. Она уже сказала нам, что она любит смотреть свои видео. Так что обязательно делитесь. Все видели, только она свое видео. Все, всем пока. Короткую концовку. Всем привет, всем пока и... Нет. Подожди, может, ты все время не снимала? Может, у тебя все время не снимала? Еще круг надо это... Ну, мы говорили, намотать, что да. Нам очень понравилось. В основном я снимала, так что все снимала. Но мы говорили, что нам очень понравилось, все очень волшебное место, прям такое атмосферное, все круто. Не хватает только поехать сейчас куда-нибудь шашлычок покушать. Но... Ну, все закрыто. Так что поэтому мы загружаемся и домой. Даем пить чай. Все. Так что все, спасибо, что были с нами. Катя, делитесь дай... видео. Делитесь видео. Мы в ресторан. А, ну правильно, ты же говоришь, что 36-я линия открыта на улице. Ладно, все, всем пока, спасибо, что были с нами. Все, удачи.